Конструкторское бюро «1» — это предприятие, в котором изготавливались экспортные варианты командных пунктов зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит» и опытный образец лучшей зенитной ракетной системы в мире С-400 «Триумф». Основное направление деятельности КБ-1 — серийное изготовление отдельных образцов вооружения и военной техники и их составных частей для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Благодаря потенциалу собственных научных кадров и квалифицированных специалистов, предприятие успешно участвует в организации проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу Министерства обороны Российской Федерации. КБ-1 обладает уникальным цехом изготовления ферритов. Таких всего лишь два в стране. Конструкторское бюро «1» успешно разрабатывает новые марки инновационных материалов в сантиметровом и миллиметровом диапазонах с улучшенными техническими характеристиками. Многие оборонные предприятия, изготавливающие радиолокационные антенные системы различных типов, работают на ферритовых комплектующих, произведенных КБ-1. Изобретая новые материалы, а также улучшая технические характеристики стандартных, мы расширяем область применения ферритовых изделий, что обеспечивает стабильную работу цеха в будущем. Наши уникальные ферриты успешно заменяют традиционные материалы в устройствах различного назначения, при этом повышая их эффективность. Применение ферритов в современных разработках повышает технические характеристики антенных систем и позволяет существенно увеличить быстродействие их работы, значительно снизить энергопотребление и габариты ферритовых СВЧ-приборов.